начинаем наше путешествие. Аэропорт Пулково. Подсъемочка. Такая вот толпа народа, да. Такой же терминал, стенки текут. Все фигня. Зал ожидания, где можно хотя бы переночевать. А остальные аэропорты сибирские. А что, немцы ходили, да, вот строят, да, я видел. Да, они строят, прикольно, да, работа, значит, быстро эти, да, сейчас, сейчас я видел немцев. Ну, сейчас немцы. Все, ну, они вот так вот реально гуськом быстро. Да, да, на работу пришли, сейчас. Да, человек идет. Сейчас, да, натуральный кондиционер, я так полагаю. Ну, в общем, это не забавно, знаки. А, это полоса движения для автомобилей. Интересно. А вот и машина, которая тут ездит. Тут еще машина ездит. Вот она. Завтрак туриста. Вода. Что из этого грибу? Да, интересно. Сказали, что это яйца сгребать. Может быть, вот это? Что из этого яйца, а что гриб? Грибающие свои грибы. Я по смелению думал, что вот это вот яйца, а это ж вот эта усиленная штука. Это с позволения сказать грибы. Классно, чистать. Ладно, попробуем.
Надеюсь, вы живы. Очень интересно, настоящая земля. Это мета, терриконы. Не знаю, будет ли видно. В случае, места такие, где текла река, эти реки. Вот мы и в Хапре. Точнее, город Кейптаун. Горы. И леса. Тепло, солнечно. Как будто и нету на свете зимы. Это вот Кейптаунский аэропорт. Bus station. Остановка автобусов. Парковка.